сегодня. Сейчас 7 часов утра. Так хорошо, свежо, ветерок, прохладненько. Не то, что вчера. Вчера была такая жарища. Сегодня ожидается день получше, попрохладнее. Ух, как ветерок дует. Наверное, шум. Мы сегодня делаем небольшой выезд с двумя дамами еще, такими же, как я, молодого возраста. Дорожка у нас, в принципе, одна всегда, или Юта, или Сан-Хуан. Поэтому не знаю, будет ли что новое, интересное. Я вам тогда, может быть, покажу. Может быть, украшения какие-то уже интересные в магазинах к новогоднему празднику. Так что, если будет какая-нибудь красота, что-то интересное, я обязательно вам поснимаю и покажу. И туи прямо склоняются снова. И на этой стороне, ой, а там что творится? Обрезать надо, выравнивать все. Ой, одна бедная вообще вся скосилась. Но не хотят уже парагвайцы приходить работать. Не хотят. Ни Рафаэль, ни Марсиана. И цены поднялись такие, что уже не получается. Так что Володя понемножку работает сам. Но, конечно, все это сделать одному тяжело. Здесь у соседей напротив была огромная-огромная манго. Но она все замерзала, замерзала. Я даже не могу сказать. Может быть, это дичка была, и они его убрали. Еще там много деревьев поубирали. Наводят порядок. Посмотрите, как красиво. Все подбелели. Вот здесь лучше видно. Побрезали молодые деревца такие. А уже плоды висят. Вот они. Цитрусовые. Как красиво. Как сказочный лес. Так издали смотришь, вроде бы все в снегу. Ну вот, едет. Дождалась я. Ух! Теперь столбом. И рыжик побежал. Думает, гулять идем. Там техника. Аля! Поехали. Ну что, и мы сейчас поедем, друзья. Эх, Парагвай. Пыль столбом. Все, едем. Зашли мы вот в такой магазин. Девчата хотят купить вот такой бойлер для холодной воды. Вот решают, что и как, чтобы водичка всегда была холодная в доме. Вот такие кастрюльки красивые. Нам попросили маски одеть, принесли нам подарок, масочки. Одели, видно, магазин серьезный. Такая посуда. Газовые плитки, такая маленькая аккуратная прелесть, пены, чайники, все что угодно. О, такие варочки. Ну такой нету, какой мы хотим. Там эти все, как их называют, таксы. Лептопы, или как они, ноутбуки и холодильник такой. Вот это клима. Видение. Видите, бразильская. Какие рекламы здесь. Ну, магазины, как всегда, все одинаковые. Оля, мне шлепочки вот продают тут, развешивают. Такая обувь интересная. Ну, легкие какие, мокасиночки.
Прелесть какая. Гитары продаются. О, на весь, на любой вкус. Кепки. Все черные. Черные, 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 черные. В такую жару черные кепки. Вот, пожалуйста, фильтр для воды есть тоже. Можно купить. Весы. Так, девчонки, смотрим платьишки. Угу, такой легкий, легкий трикотаж такой, стретч. На худеньких девочек. Пледы, покрывалки, лосины. В общем, все как всегда. На улице вот стоят кровати, матрасы, тенечки спрятаны. Мотоциклов везде и всюду. Ой, что я в маске? Фу. Ох, хорошо как. Вон какие стоят красотулечки, манекены. Выбирай, не хочу. И там тоже ткани. Там тоже, по-моему, магазин одежды. Мода Эль Кило. Тоже аптеки везде. Фарматика, фарматика. Аптеки. А это вот новые мотоциклы продают. Это новые усыпаны. А это старые все стоят, припаркованные. Тоже какой-то магазин большой. Непонятно, что там. Ресторанчик. Там что-то строят, туи. Вот рядом еще такой один большой магазин. Сюда идем, посмотрим, что здесь. О, какая мебель красивая. Столы, стулья. Жалко, закрыты. Сейчас попробую показать. Ох, какая красота. Какие ножки. И часть стульев. Какая красивая структура. Ну, просто хорошо. Не сразу будет проваливаться. Шикарная мебель. Месяцев надо умножать. Вот здесь на 18 месяцев. Здесь каждый месяц по 50 тысяч на год. Это получается где-то здесь, мы округляем 50, 500, 600. Где-то вот это вот стоит примерно 100 евро. Представляете? Вот это цены. Вот эти миксеры по 100 евро. Это цены. Ну и здесь то же самое. Все нужно умножать на 6. Получается... Такие суммы. И тут я даже не поняла. 79, 44, даже не знаю. Да. Вот такой сервис. Это для холодной воды автомат. Стаканчики у них есть. У них коробок нет. И вот они нашли другие коробки. Вот так упаковывают, ее с витрины сняли. Так классно, здорово. О, супер, довезем. О, какие елочки в Парагвае. Вот, беленькие. Вот вам и снежок, иней. Что хотите. Такая красота, пушистики. Любых размеров. Все украшено к Новому году. Дед Мороз уже тут. И летают, и куда-то наверх ползут. Вот, пожалуйста, наборы праздничные. Шампанское. Все. Красота. Игрушки елочные. Целый отдел елочных игрушек. Киньте.
хотите, гирлянды, все это. Оля, нормально. Ну все, а здесь уже украшений нет. Ой, там второй этаж еще. Второй этаж там. Ну а тут мы, друзья, с вами были. Все так же, как было, так и есть. Что еще? Не знаю, девчонки уже убежали. Ну все. Походили мы по всем магазинам. Закупились. Кому что надо. Воду, воду. Мы вот сейчас приехали. Уже документы готовы практически, что люди хотят, делают. Вот всякие разные. У каждого свои дела. Бумажные. Сейчас мы все это заберем. И, наверное, уже домой. Все открыто, все без масок. Все хорошо. Уже жарко становится. Так, все тут интересно. Название. В масках, а мы там без масок все. Только так нарисовано. Сколько людей заходили, практически все маски не одевали. Такая небольшая. Семейная пальма, фамилия пальма. Вот такая интересная. Посмотрите, она плоская. И вот так, вот так, вот так. Налево-направо так получается. Такие волны. О, какая она высокая. Уже до второго этажа дошла. Такая плоская. Такой у нас нет. Ах, вот она какая. Она треугольником, друзья. Она треугольником. Раз, два. И с той стороны получается так же. Что за сорт? Не знаю. Такие тоже вот тут красотулечки. Все лаком скрыто. Краник. Ой, как хорошо в тенечке. Мы зашли в небольшой магазинчик продовольственный. В принципе, ничего тут нет такого интересного. Единственное, вот увидела. Посмотрите, орех макадамия. 23 тысячи. А здесь всего, по-моему, 230 грамм. А нет, 100 грамм. Значит, килограмм получается 230 тысяч. Орех макадамия. Вот так. У нас в колонии, конечно, дешевле. Тут грецкий орех. Ну-ка посмотрим, грецкий орех. 18 тысяч. Чуть дешевле, чем макадамия. Мы управились, все свои дела сделали и решили сегодня мы посидеть в другом месте. Вот такой ресторанчик тут новый открыт. Так все красиво внутри. Ну, наверное, внутри не буду снимать, друзья. А так вот, пожалуйста, полюбуйтесь. А вот она, кстати, я. Всем большой привет. Пока там внутри выполняет наш заказ, я увидела, что оказывается здесь еще и летнее есть такое же кафе, ресторан. Наверное, это все вместе. Ой, как тут красиво. Вот это новенькое, да. Тут грилят. И, наверное, да, здесь готовят, а потом все это в ресторан заносят. Да, это приват-территория. Ой, как красиво. Супер, сеньор. Класс. Ой, как красиво. Никто не ругается, все улыбаются. Так хорошо. Прекрасно. И вот все. Да, вот молодежь сюда идет. Но внутри прохладно. Мы идем. Посмотрите, друзья, жара несусветная, сумасшедшая жара. Яйца стоят, хоть бы чего, на солнце, упакованные. Сколько они еще простоят, неизвестно. Короче, пока привезут вам, у вас будут уже маленькие цыплятки. Пообедали мы, друзья, и вот заскочили еще в другой магазин. Здесь железки, скобянки. Принеси нам, я не успела сфотографировать.
большой еще графин сока свежевыжатого ананасовый. И вот за все это каждый человек где-то, знаешь, получается, получилось 3-3,5 евро. Вот это мы покушали так. Все, остальное все по-старому, друзья. Лучше снимать. Вроде интересно уже есть. Как-то интересно здесь у меня яичек. Еще раз всем привет. Вот тут кран, пожалуйста, сразу можно. Пластик. Небольшие такие шкафчики. Зеркальце. Тоже там маленький, вот боюсь открывать. Качается. Все так поставлено. Не очень. А, и с этой стороны там же. Вот. Вот такие вот они. В принципе, так маленькие, хорошие. Удобные умывальники. Места мало занимает. В ванной комнате. Это что, специально для деточек, что ли? Такой маленький, такой низкий. Сколько там? Сантиметров, может быть, 70-60 в высоту. Смотри, какая прелесть. Забыла показать вам, друзья, что я купила. Вот и все покупки с моей поездки. Володь такие пряники взяла, он их любит. Взяла груши, но еще жесткие, должны долго лежать. Виноград уже не удержалась, уже много скушала. Такие две громкие хорошие купила. И купила вот такие вот маркеры черные. Вот один стоит. Так, сколько здесь стоит? 9000. Да, почти 10. И этот 8 с хвостиком. 8200. Ну, это больше евро каждый. Вот и все мои покупки. Тут Вова уже цветочки опять выпросил. Ну, какие красотулечки. Вот и все, друзья. Все мои покупки. Так что сейчас начну я работать. Вот у меня куча черновиков, как всегда. Мне тут кто-то заглянул. Клара, вернее, заглянула и говорит, а что это у тебя стоит тут? 0,9 секунд, 0,7 секунд. Я говорю, ну это секунды. Она говорит, и ты вот это все монтируешь? Вот это все делаешь? Я говорю, да, вот так вот собираю по кусочкам. Сначала один черновик, потом другой черновик, а потом уже монтирую, обрезаю, что нужно, что не нужно, когда отправляю уже Аленке на WhatsApp. Все это под номерами. Вот так, друзья, тружусь, как пчелка. Все для вас, все для вас. Всем здоровья, всем счастья. С вами была Жанна, с вами был...